С 29 июля в силу вступают новые правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства. Сняты ограничения на вылов рыбы. Это относится к инвазивным видам, таким как ротан-головешка, чебачок амурский, пескарь белоперы. При этом их использование в качестве наживки запрещено. Также изменения коснутся и разрешения на использование экранов телевизоров. Один рыболов может использовать не более 2 штук размером 1-1.5 метра на расстоянии не ближе 50 метров от истоков ручьев, рек, протоков, насосных станций, шлюзов, мостов и других сооружений. Существенно расширился перечень водоемов, на которых граждане могут осуществлять подводную охоту и лов рыбы судна на дорожку с двигателем. Гродненским областным исполнительным комитетом утверждено решение перечня рыболовных угодий. В него попали такие реки, как река Немут, по сути, в пределах всей Гродненской области, Щара, Котра и ряд иных водных объектов. При этом следует помнить, что для того, чтобы заниматься подводной охотой либо ловить рыбу судна на дорожку с двигателя, при себе необходимо иметь действительный членский билет БУОРа, а также документ, подтверждающий факт оплаты за разрешение на данный способ лова рыбы. Их стоимость варьируется. К примеру, за возможность ловить рыбу 3 способами – подводная охота, ловля судна на дорожку и с помощью орудий рыболовства с количеством крючков до 10 штук – составит 3 базовые величины в месяц. Это 96 рублей. Запрашиваемые документы можно предоставить сотрудникам охраны на бумажном носителе или в электронном варианте.